Всем привет! Моя курочка высидела 10 цыпляток. Сейчас мне придется опять их теплички доращивать. Типа. И Петюха пришел, папаша. Типа. Ты чё, не обижай его, ты чё? Петюха, выгоню тебя, будешь убежать. Эй, детки твои, ты чё? Не понимаешь? Бурундучков, сколько бурундучков. Не трогай. Колобки маленькие катаются. Вот так курочка и должна высиживать яйца. Нанесла сначала яичек, а потом села. И в один раз все вывелись в один день. А не так, как курятники. Курицы подкладывают яйца. И потом неделю высиживаются. В воду залезли, в холодную. Ты чё? Вот чё дам сейчас? Иди отсюда тогда. Клюётся. Ты чё? Ладно, буду, выгоню его. Маленькие бурундучки. Кушают. Курочка им зернышко вытащит, положит, они берут. О, банда. Банда бурундучков. Давайте кого-нибудь возьму, не клюйся. Манявочка, лапки холодненькие, холодно на улице. 7 градусов было, теплица 10. Сейчас солнышко выглянет, будет тепло вам. Сидят под курицей, ты им сейчас покушать наложила. Они вышли все. Все как один. Курочка хорошая, кстати, мама. Не гоняет их, не аккуратненько так с ними. Вот что значит на воле живет. И курица вся в перьях. Не ободранная. Цыплятки все как один.
Она же ему по воле ходила. В курятнике не сидели они. Все, полезли. Греться полезли. Так, чего, места нету? Всем места хватит, да? Зернышко, я съел.